Друзья, это были вкус детства. Это был аромат душистый. А какие салаты? Ой, я не могу, я рассказываю прям не могу. Добрый день! И с вами снова Светлана. И я вас всех с любовью, с душевной теплотой встречаю на своем канале «Посеем, пожуем». Всех своих подписчиков и всех гостей моего канала. Друзья, я очень жду от вас комментариев. Пишите, что вам понравилось на своем канале, что не понравилось. Делитесь тоже своим опытом. Я хочу, чтобы вы как можно больше узнали на моем канале всей полезной информации. Сейчас идет зима, и все мы достали свои ларечки, свои коробочки и должны просмотреть посевной материал. Я очень хочу, чтобы вы не совершали тех ошибок, которые совершила я. Все мы сейчас побежим в магазины закупать. Сейчас речь идет у нас о томатах. Посмотрите, какие красивые картинки производитель нам рисует на вот этих пакетиках. И не все так верно, как нарисовано здесь. Вот именно вот эти вот томатики, вот этого производителя, это у нас агроуспех. Я сеяла в прошлом году. Вы знаете, томаты не болели, ни фитофторы, были устойчивые к засухе, к жаре, к перепадам нашим, но они кислые, друзья. Вот нету того вкуса моего детства, вот этой тонкой корочки, мякоти душистой, понимаете? Ну, хорошие томаты, ничего не скажу, но я разочарована. Здесь у меня есть томатики, вот, например, Big Beef. Друзья, если вы его посеете, вы не разочаруетесь. Усыпан помидорами, сладкий, хороший, но мелковатенький. Еще хочу сказать, вы, кто посещает мой канал, вы видели там ролик, который я снимаю про свой огород. Огородик у меня, конечно, маленький. Что там? И я стараюсь посадить больше детерминантных помидор. Сейчас расскажу, почему. Детерминантные помидоры, вы все знаете, это низкорослые сорта. Они от 40 и могут достигать метра. Ну, некоторые и могут и 1,20 м. Индетерминантные сорта – это те, которые не ограничены в росте. Они могут и 3 метра расти. И вот представьте, в нашем городе Оренбурге, где резко континентальный климат, может быть сильнейшая жара, засуха, может начаться дожди, но это редко, и вдруг резко холодно, как сейчас у нас. Ноль, ночью может быть -22. Вот такая у нас температура. И индетерминантные сорта не факт, что созреют и дадут нам плоды, которые мы хотим. В детерминантных томатах начинает кисть завязываться после 2-3 листочка. Друзья, ну вы же знаете, один листик растет неделю, но 10 дней. И вот вы представляете, только на 20-й день будет кисточка. А у индетерминантных только на 8-й, 10-й лист, после 8-10 листочка идет кисточка. И когда мы дождемся этих помидор? В наших, например, условиях, я так думаю, они просто не вызреют. Поэтому я предпочтение отдаю детерминантным сортам. Я вам, друзья, хочу отдельно сказать про такие помидоры, например, как абаканский розовый, друзья. Это просто чудо-помидор. Вот при нашем вот погодных условиях он мне дал, конечно, невысокий кустик был, не сильно много помидор было, не сильно много, но где-то было 5 кистей. На них висели вот такие помидоры. Друзья, это были вкус детства. Это был аромат душистый. А какие салаты? Ой, я не могу, я рассказываю прям не могу. Лей. Это низкорослый томатик, но его так любят детки. Он усыпан помидорами, но усыпан. И больше всех, друзья, вы знаете, что мне понравилось? Конечно, кто не любит мелкие помидоры, он сейчас скажет, мелкие помидоры. У кого детки или внучата, это будет просто подарок. Это капия розовая. Друзья,
Это индетерминантный сорт. Но я ему, конечно, голову открутила, когда он был 2 метра ростом, куда мне. Вы не представляете, кисточка на ней 7-8. Кисточка 7-8 помидорок. Помидорки все вот такие, длинненькие, сосулечки розовые. Сладкие, они просто медовые. У меня внучка Алиса, которая обожает, это помидорная душа. Я ей привозила прям вот в коробке эти помидоры. Она просто ела, не отрываясь. И было, конечно, приятно смотреть, как мои внучата вообще поедают эти помидоры. И про этот помидор я что хочу сказать. Не подвергается фитофторе, абсолютно не болеет. Засухоустойчивый. И представляете, я уже помидоры все убрала, уже прохладно наступило. А он все цветет, помидорка, цветет, помидорка. Это вообще, ну я не знаю, уже холодно, а он все цветет, помидорка. Помидоры созревают моментально. Прям вот такие маленькие, они моментально созревают. Посадите обязательно у себя вот этот сорт. Это капия розовая. И еще наподобие капии розовой есть сорт розовый фламинго. Друзья, это то же самое. Это просто усыпан вкуснятиной. Прям это вообще прелесть. Хочу отдельно сказать про бычье сердце. Но вот сколько я не покупала семена бычье сердце, друзья, не то. Но не то, вот нету детства. В этом году мы будем с вами вместе сажать и экспериментировать. Я выписала семена в этом году. От этого всего я отказалась, друзья. Все. Больше я в магазин не побегу, не понесусь и не буду сносить полок. Я выписала, друзья, скибет Лариса. Она проживает в городе Бузулуки. И она выводит сорта. Конечно, я очень сильно рискую, что я предпочтение отдам именно ей и буду высевать именно ее сорта. Но прочитав комментарии, все в восторге от ее помидор, которые тоже не болеют, засухоустойчивые, которые именно сладкие. Я выписала у нее только детерминантные сорта. Будем вместе, друзья, с вами сажать. Посмотрим, что это за помидоры. Я надеюсь, Ларисочка меня не подведет. Единственное, что плохо, вот что вот в таких вот пакетиках и нету картинок. Но буду заходить к ней на сайт и читать про каждый помидор. Друзья, я с вами прощаюсь. Кому понравился мой ролик, прошу поставить лайк. Подписывайтесь. Буду очень рада, что была вам полезна. До новых встреч!